изменение имен существительных по падежам. Что объединяет слова каждой группы? Зима, до зимы, зиму, зимой, о зиме, зимы, о зимах. В предложении имена существительные принимают определенную форму. Учитель рассказал нам о чем? О море. Летом мы отдыхали где? На море. Сегодня что море? Неспокойно. Берег какой? Море был каменистым. Эта форма помогает именам существительным становиться определенными членами предложения. Что? Море неспокойно, подлежащее. Рассказал о чем? О море. Дополнение. Отдыхали где? На море. Обстоятельства. Берег какой море? Определение. Такое изменение формы имени существительного. Море, о море, на море, моря, называется изменением по падежам. Падеж помогает связывать слова в словосочетании и предложении. Чтобы правильно определить член предложения, задавай к слову вопросы так, как сделано это в упражнении 2. Например, где вы отдыхали? Мы отдыхали на даче. Где сидел мальчик? Мальчик сидел за столом. Как выполнена работа? Работа выполнена без...